ты ждешь своего нового ухажера. Какое твое дело? Как это какое мое дело? Толга, мы расстались, и моя личная жизнь тебя не касается. Уйди по-хорошему, ради бога. Я никуда не уйду. Пусть этот мерзавец придет сюда. Хочу посмотреть на него. На что ты хочешь посмотреть? И что из этого? Что изменится? Только вчера ночью ты целовался у всех на виду с другой. Оставь меня в покое. Куда ты? Какое твое дело, а? Какое? Не дождешься возлюбленного? Какая же ты красивая, да? Хочешь соблазнить его или все-таки отдашь свою красоту на ночь мне? Ты мерзавец! Али? Это ты? Что, испугалась? Очень испугалась. Знаешь, что сегодня было? У меня паршивое настроение. Где ты был? Там был. Где там? Я ушел, когда увидел, что вытворяет там Толга. Я не любитель таких представлений. Правильно сделал. Ему тоже от меня немало досталось. Если ты еще не разорвала с ним отношения, мы пока не можем встречаться. Нет, у нас ничего нет. Мы с ним расстались. А зачем он тогда пришел? Не знаю. Он как больной, преследует меня. Откуда он узнал, что ты там? Не знаю, Али, я сама не понимаю. Ты уверена? Конечно, уверена. Мне нужен только ты. Ты очень красивая. Платье мне очень понравилось. Большое спасибо. Не торопись. Мне кажется, нам пока не надо с этим спешить. Странный ты человек. Ты поэтому влюбилась в меня? Слушаю. Ты не знаешь, где сейчас Толга? Столько времени прошло, а его до сих пор нет. Он еще не вернулся? Нет, я тут скоро с ума сойду. Трубку тоже не берет. Я же просила тебя не оставлять его. Хорошо, я найду его. Ты сможешь? Я даже не знаю, где он может быть. Не волнуйтесь, я привезу его. Прошу тебя, Коркут, найди и привези его домой.